Я хотел бы подчеркнуть, что действительно этот корабль нам необходим. Вы знаете, какое масштабное строительство развернуто сегодня Министерством обороны в Арктике. И действительно, нам необходим сегодня тот корабль, тот надводный боевой корабль, который сможет действовать в Арктике. Самодостаточно в составе группировки, сбалансированной группировки, которые действуют у нас на этом направлении. Корабль необычный, многофункциональный. Он будет решать задачи как боевого патрульного корабля, так и задачи ледокола в системе проводки наших кораблей по Северному морскому пути на арктических направлениях, в системе поисково-спасательного обеспечения. Ну и, конечно же, этот корабль будет решать задачи исследовательские. И славное имя нашего контр-адмирала, великого выдающегося полярника, доктора географических наук Ивана Попанина, конечно же, будет обязывать служить экипаж нашей великой России верой и правдой. Я желаю коллективу адмиралтейцев успехов в строительстве этого корабля и всего самого-самого доброго. Удачи, благополучия, здоровья. С праздником, дорогие корабелы и боевые друзья. Спасибо.